Мы, в принципе, это все наигрывали. Я сразу знал, что Ковалев будет туда делать передачу. Просто уже побежал, просто, ну, как бы чувствовал, что он туда даст передачу. И получилось на опережение сыграть и забить решающий, ну, мяч, открыть счет, как бы. А потом уже дальше было легче. В принципе, все пацаны, ну, молодцы, старались, бились. Первый тайм, я думаю, мы вообще здорово отыграли. А вот со вторым нужно что-то решать, потому что нас физически просто не хватает. Надеюсь, что это только начало, и мы будем продолжать в том же духе и выигрывать, и радовать своих болельщиков. Как ты считаешь, еще над чем стоит поработать? Ой, я думаю, что, скорее всего, над физикой, потому что нас не хватает на второй тайм. Мы выходим, вроде бы хотим, стараемся, но не можем. Вот. Мы вроде бы вышли, договорились, не будем бить мяч, контролировать, но не получается, потому что мы просто физически не можем. Поэтому, думаю, подтянем за счет игр, за счет тренировок, будем над этим дорабатывать.